Дорогие друзья, мы от всей души рады приветствовать вас сегодня в этом замечательном клубе Алексея Семеновича Козлова. И давайте для того, чтобы наш прекрасный вечер сегодня начался, как вы видите, если фортуна была на сцене, значит вечер уже удался. Давайте друг другу поприветствуем, аплодисменты, спасибо огромное, что вы пришли сегодня. Сегодня, как я уже говорил, у нас будет программа «Открытие сезона». Мы выбрали специально это великолепное место и выбрали специально эту замечательную композицию, которую мы только что исполнили. Называется она «Just a Closer Walk». Или это самый популярный, самый знаменитый госпел. Почему мы решили начать именно с госпела? А потому что с него-то, в принципе, все и началось. Начался весь джаз, о котором мы вам сегодня и будем рассказывать под ваши бурные аплодисменты. Как говорил один из самых любимых наших джазменов, Луи Армстронг, когда его спросили: «Луи, а вы знаете, вы знаете, очень мало джазменов, они обучались музыке. Они, как правило, были не отцахи, конечно, люди, но все-таки они были любители». И его спросили: «Уважаемый Луи, а вы знаете, что такое малая секунда?» Он, не раздумывая, сразу сказал: «Конечно, это когда два трубача играют в унисон». Сейчас мы вам покажем просто начало, самое джаза. Инструменты у всех были разные. Мы сейчас играем на современных инструментах, поэтому унисон, о котором я уже выше сказал, на современных инструментах звучит примерно так. На инструментах того времени он звучал примерно так. Поэтому джазовая музыка, да-да-да, это наш любимый, кстати, аккорд. Если кто не знает, он называется фортуна брас аккорд. И мы его очень любим. Вот. Поэтому приходилось для джаза выдумывать всякую специфику, потому что джаз играли на всем, как вы знаете, и на самых досках для стирания
Вот. И просто надо было понять специфику инструментов, чтобы их как-то подстроить друг под друга, и чтобы получилась именно джазовая музыка. Сейчас мы вам про специфику-то и расскажем, и про свой состав немножечко. Значит, специфика ударных инструментов это... Как вы поняли, конечно же, друзья мои. Давайте поаплодируем нашему. Это практически все, что он умеет, но у него еще есть в запасе пару шуток. Итак, туба у нас сильна. В низких нотах, это же понятно, да? Что касается тромбонов, то они короли среднего регистра. Ну и ни для кого. Да, это, друзья мои, сейчас это профессиональный музыкант, на самом деле. Вот, спасибо, что они сегодня приехали. Вот, и последнее, это трубы. Трубы всегда и везде играли звуки сигналов. Но это было всегда, вот прям как пошло, вот, они для этого были нужны. Как с древнего Египта, так и до наших дней и звучат это примерно так. Друзья мои, мы вчера репетировали, несмотря на то, что была суббота, мы репетировали. Итак, казалось бы, имея такие скромные возможности, нельзя играть вообще ничего. Да? Ну, согласитесь. Но, если знать специфику инструментов, давайте все это на ваших глазах, друзья мои, мы соединим и посмотрим, что получилось. Дать под ваши бурные аплодисменты мы соединяем все, что вы слышали. Все то же самое, но вместе звучит оно, конечно, гениально. Значит, еще продолжим чуть-чуть, буквально пару слов про джазовую, скажем так, музыку и как ее исполняли. Ни для кого не секрет, что с появлением дирижеров, который взял руководство над всем оркестром, симфоническая музыка пошла в одном направлении, джазовая музыка дирижеров, как бы, я сейчас говорю о стрит-джазе, о уличном таком, как бы, самом классическом джазе, дирижеры были не нужны, потому что мы вам сейчас покажем это на конкретном примере, как это выглядит. Потому что дирижер, он порой искажал замысел, который был заложен самим автором. Давайте под ваши бурные аплодисменты, я сейчас прошу не помочь. Друзья мои, Клаудио Аббадо, ваши аплодисменты. Ты же дирижером будешь. Задача очень простая. Ну ты знаешь, как дирижер делает? Вот, абсолютно. И сейчас мы исполним для вас замечательную композицию. Это как звучал бы джаз или любое произведение, когда оно сыграно с профессиональным дирижером под ваш сборный аплодисмент. Друзья мои, это было гениально. Поэтому, как я уже говорил, многие дирижеры, к сожалению, чуть-чуть портят авторский замысел. Но не в нашем случае, потому что мы сегодня говорим о его величестве джазе и будем вам рассказывать про наши замечательные инструменты, про нашу великолепную музыку. И сейчас мы хотим сыграть, наверное,
не могу назвать это премьерой, но просто мы не могли не взять эту песню Уильяма Кристофера Хэнди, которая называется St. Louis Blues, потому что он был написан, друзья мои, 14 октября 1912 года. Друзья мои, мы с вами присутствуем на юбилей, поэтому мимо этого мы пройти не могли. Спасибо огромное, друзья мои, это было великолепно. И сразу мы хотели вам еще чуть-чуть познакомить вас с некоторыми, скажем так, аксессуарами, которые принимаются во время игры на медных инструментах. И следующий из них я хотел бы Илюшу продемонстрировать. Вот, этот замечательный аксессуар, как я назвал,
Вот, вот он, друзья мои. Сейчас должна звучать такая музыка. Пара-па-па-пара-па-па-парам-пром. Значит, друзья мои, это сурдина. Да? Как вы уже видели, сурдина нужна для того, чтобы менять звук. Но возникает вопрос, никто же никогда не задумывался, почему звук в ней искажается. Вот, кстати, например, вот дай мне свой галстук. Я просто должен вам наглядно это показать. Сейчас. Итак, друзья мои, обратите внимание, да, это сурдина, это то же самое черная дыра, да, где отсутствует полностью гравитация, и поэтому, чтобы вырваться из нее, надо иметь скорость света. Это очень часто встречается в космических делах, вот, и также ровно, как воздух, также галстучек, вы видите, спокойно попадает в сурдину, да, и в ней остается. Понимаете, да, друзья мои? Абсолютно. Вот, вот она сила вакуума. Поэтому, друзья мои, мы используем в своей игре нанотехнологии. Кто не верит, пожалуйста, она там. Да, друзья мои. Просто многие из вас скажут, что это фокус. Нет, никаких фокусов. Фокус в том, что у Стаса галстук. Ну что ж, друзья мои, как я и сказал, мы будем веселиться, и сейчас мы решили все-таки вас порадовать классическими композициями, которые мы очень любим. Мы с вами вспомнили Уильяма Хенди, и сейчас настало время вспомнить нашего любимого Глена Миллера под ваши бурные аплодисменты. Спасибо огромное, друзья мои. Что же, мы продолжаем веселить вас прекрасными, скажем так, и историями, и мелодиями. И сейчас настал момент, чтобы показать вам еще один сюрприз, друзья мои.
Друзья мои, это первая в своем роде нанотруба. Сделана с применением нанотехнологий, и для чего нам нужна, я вам сейчас скажу. Именно на ней мы хотим сыграть для вас Ragtime, который написал Скотт Джоплин, и вспомнить доброе имя. И, во-первых, как бы эру Ragtime, ну и, конечно же, Скотт Джоплин под ваши бурные аплодисменты. Друзья мои, мы продолжаем с вами наш концерт. Мы уже с вами вспомнили много имен великих джазменов. И нам сейчас хотелось вам показать такую вещь, которая называлась традиционный джаз. Именно песни, которые были без автора. Это бывшие рабочие песни, которые пели на плантациях. Потом они во что-то перерабатывались. Опять же, имели там либо церковное начало, либо народное. Вот. Но в дальнейшем они сформировали свои собственные направления. И одно из них направление называется диксиленд. Я, конечно же, знаю, что все присутствующие здесь абсолютно знают, что такое слово диксиленд. Я в этом уверен. Да, друзья мои? Конечно. А в этом только не знает наш тромбонист. Не-не-не, тенор тромбонист знает. Вот. И просто, чтобы сделать небольшой ликбез, я просто при вас расскажу, зачем же это было нужно. Как вы понимаете, все-таки джаз — это музыка афроамериканцев. Белым людям всегда было безумно завидно, поэтому они мазали так вот свои лица и исполняли абсолютно ту же самую музыку, только называли диксилендом. Это существовало довольно-таки долго, на протяжении 30 лет, но потом появились первые смешанные составы, где выступали и белые, и афроамериканцы. Вот, термин джаз укоренился, а диксиленд как-то чуть-чуть отошел. Но, несмотря на это, мы порылись в архивах и нашли самую популярную диксиленд-композицию с очень длинным названием, поэтому я его произносить не буду, а то мы разойдемся в среду, во второй половине дня. Итак, друзья мои, под ваши бурные аплодисменты, диксиленд!
Спасибо большое, друзья мои. Мы движемся дальше. И следующее, о чем мы хотели поговорить, это, конечно же, что джаз был необыкновенно популярен еще и в кинематографе. Это просто изначально кино было какое? Немое, абсолютно правильно. Поэтому сидел, как в этом анекдоте, не стреляйте в топор, играет как умеет. Вот. Поэтому мы выступаем шестером, чтобы хоть кто-то мог уцелить. Вот. Значит, помимо того, что появилось первое кино, начали появляться первые мюзиклы. И поэтому они всегда были очень тесно связаны, и мы тоже не могли пройти мимо этого. И хотим для вас сыграть, наверное, самую популярную джазовую тему, которую подарил нам мюзикл. Это композиция Джерри Хэммона, которая называется «Hello». Абсолютно правильно, друзья мои, под ваши бурные аплодисменты. Как я уже говорил, друзья мои, сюрпризов у нас будет предостаточно. Один из них сейчас будет готовиться уже. Вот. Значит, следующее, что мы хотели сыграть, мы буквально здесь имели честь выступать ровно неделю назад, когда у Валентина Парнаха был 90-летний юбилей. И мы решили, что нам тоже как бы есть что сыграть, потому что есть в нашем брас-деле тоже свой корифей. Звали его Даниил Браславский. И ему тоже в прошлом году было 100 лет. Вот. И мы не могли бы просто сегодня не сыграть его композицию, которая называется «Веселый оркестр». Thank you.
Итак, друзья мои, я совершенно не случайно коснулся темы и кино, и мюзиклов, потому что мы подумали, что ну сколько можно играть прекрасных вещей, поэтому мы решили инсценировать одну, скажем так, сценочку романтическую из одного прекрасного фильма. И для этого мне нужна великолепная, замечательная дама. Сейчас я выберу. Ну что ж, друзья мои, спасибо вам огромное. Я думаю, это миниатюра, с которой мы уже объездили полсвета. В каждых городах мы вынуждены искать тромбонистов, но это не важно. Итак, мы продолжаем наш вечер. И следующая композиция, которую мы очень хотели бы для вас сыграть, это композиция, опять мы сейчас чуть-чуть говорим про советский джаз, мы вспомнили Даниила Брославского, и сейчас мы хотели бы вспомнить Александра Ивановича Цфасмана. Его замечательную композицию, которая называется «Барон фон дер Пшик», под ваши бурные аплодисменты. We'll be right back.
следующий жанр, который мы хотели бы с вами вспомнить, это, конечно же, его величество блюз. Да, друзья мои, блюз появился тоже в начале прошлого века. И одним, опять же, из авторов был Уильям Хенди. Сент-Луис блюз мы играли в самом начале нашей программы. И он как-то сказал, что блюз может сыграть каждый. Главное – уметь это делать. Итак, друзья мои, под ваши аплодисменты, его величество Тин Руф Блюз. Спасибо огромное, друзья мои. Мы продолжаем дальше. И следующая композиция, которую мы хотели бы для вас исполнить. Опять же, вспоминаю тему Голливуда. Я не просто так ее вспомнил, потому что мы сейчас заглянем и туда. Замечательный фильм, который называется «Серенада солнечной долины». Там была прекрасная песня, которую такого многим написал ее Генри Уоррен. И называется она «Дорога на Читтанугу». И хотим мы ее исполнить под ваши бурные аплодисменты. Thank you.
тю-тю. Продолжит нашу сегодняшнюю программу еще один образец традиционного джаза. Композиция, которую все джазмены всего мира обязаны следующим. Именно в 1937 году состоялась премьера этой композиции Луи Прима. Надо сказать, что Луи Прима это был солист оркестра Бенни Гудмана, трубач, вокалист. Такой же, как я, только чуть-чуть похуже. Но это не важно. Значит, эта песня нам дорога чем, что раньше джазовую музыку не пускали в вечерние концерты. Она максимум могла идти в дневное время, но после того, как эта композиция отзвучала, боссы Madison Square Garden услышали и стали уже пускать джаз на огромные вечерние концерты. Это как раз так началась эра биг-бендов. И эту культовую для всех джазменов композицию мы хотели бы сыграть. Итак, друзья мои, синг-синг. Thank you.
Виктор Коновалов, друзья мои. Спасибо большое, друзья мои. Но сейчас мы вам докажем, что играть на ударных инструментах, зная специфику, тоже довольно просто. Потому что когда мы только-только познакомились с Витей, он был скрипачом. Но потом, когда мы увидели, как он бьет свою скрипку, мы сказали: «Боже мой, Витя, у тебя же другое призвание». Вот. Сейчас мы буквально пару па вам покажем и отправимся в следующие наши гастроли по Кустанаю и Челябинску вместе с двумя из вас. Кто у нас самый смелый, прошу выйти на сцену. Нужно мне два человека крепких, молодых, но самое главное, что возраст должен быть от 16 до 87 лет. Друзья мои, это очень важно, потому что именно этот возрастной ценз подлежит полной уголовной ответственности. Так, ну ладно, давайте, друзья мои, ну кто, ну дирижер уже сегодня был, вот, ну кто, ну просим, просим, всего два, кто самый смелый у нас, а? Ладно, сейчас сам выберу самых смелых. Мы сделаем небольшой, а во, и все, все очень хорошо. Да, ребят, на сцену, просто мне кажется, они должны это знать. Значит, смотри, очень просто, да? Тебе надо просто будет делать на первую долю так. Ой, как больно. Щик, да? Попробуй. Отлично, просто. И каждую первую долю. Щик. Да? Все очень просто. У тебя же, все, понимаешь, у него два инструмента, у тебя один. Тебе надо постоянно делать. Щик. У тебя, да? Щик. А у тебя. Щик. Давай попробуем. Раз, два. Щик. Ты на каждом такой. Супер, друзья мои. Вот оно, подрастающее поколение. Вот. И сейчас мы все это попробуем сыграть под музыку. Хорошо, друзья мои? Где вступать, я покажу. Итак, значит, участники наши готовы? Зрители готовы? Ну что же, давайте попробуем. Что же, друзья мои, это великолепно. Пока вы играли, я, можете нашему ударнику отдать его инструменты. Вот. Вот он сидит, он не кусается. Вот. И, друзья мои, это на самом деле было великолепно, потому что пока мы играли, Витя сказал, что это гениально. Понимаешь, это первые уроки на сцене. Вот. Потом, ребята, вы можете выступать уже сами с сольными номерами, будем только рады. Вот. Друзья мои, еще раз аплодисменты. Как я уже говорил, что наш сегодняшний вечер не будет обходиться без сюрпризов. Сюрпризов сегодня полно. Вот, в частности, следующий из них – это наш замечательный Олег. Он наш аранжировщик. Именно его руки принадлежит фортуна брасс-аккорд. И буквально
Вчера вечером он разослал нам всем по электронке ноты замечательной композиции, которую он сказал, что это новый саундтрек для великолепного мультфильма про голубого щенка. Я думаю, все вы прекрасно помните, где он пел «Почему я голубой?». Я не знаю, Олег, почему ты взял на эту песню? Я не знаю. Вот. Ну да ладно, он сказал, что это будет... А, он потом расскажет. Вот. Значит, он сказал, что это бомба, и, ребята, будем ее играть. Поэтому, друзья мои, сейчас на ваших глазах состоится эта премьера, друзья мои, ваши аплодисменты. Просто так получилось, что Олег опять примкнул к нам не так давно, потому что 2 года своей жизни он провел в колонии поселения за плагиат, поэтому я надеюсь, что в этот раз подобных шуток не будет. Итак, друзья мои, я надеюсь, плагиата сегодня не будет. Итак, саундтрек к замечательному мультфильму про голубого щенка. Ваши аплодисменты. Друзья мои, Олег Александрович Манчини, ваш аплодисмент. Как вы знаете, друзья мои, ничто не продолжается вечно. К сожалению, никакого отношения не имеет к нашему концерту, потому что мы с вами будем слушать еще 12 отделений, которые мы подготовили. Потому что мы решили сделать, если уж открытие, так открытие. Вот. Мы договорились лично с Алексеем Семеновичем, он сказал, ребят, дерзайте. Вот, поэтому я прошу вас выключить средства мобильной связи, и туалетная комната находится в передней, средней и хвостовой частях нашего великолепного зала. Итак, друзья мои, мы движемся дальше, и сейчас мы хотели бы для вас исполнить несколько композиций современного джаза, а именно Куинси Джонса и его замечательную босанову. Помните, мы уже вам исполняли блюз, и тогда я процитировала Уильяма Хэнди, который сказал, что блюз может сыграть каждый, главное уметь это делать. То же самое сказал практически только наоборот Куинси Джонс. Он сказал, что сыграть босанову просто так невозможно. Но мы сейчас под ваши бурные аплодисменты это сделаем. Thank you.
Спасибо большое, друзья мои. Как вы поняли, мы не случайно собрались вместе, а для того, чтобы оправдаться в глазах нашей бухгалтерии, что нас все-таки больше. Вот. Но это все нормально. Вот, друзья мои, я хотел сказать, что спасибо огромное, что вы пришли к нам сегодня. Спасибо огромное, что наше открытие состоялось. И просто огромнейшее вам спасибо, что в этот воскресный денек вы все-таки нашли для нас время. И надеюсь, что вы получили такое же удовольствие, как и мы. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо огромное, друзья мои. Уже традиционно мы дождались и услышали в свой адрес это слово из трех букв. С, абсолютно правильно, с гласной посередине. Конечно же, мы его подготовили под ваши бурные аплодисменты. Спасибо огромное, друзья мои. А мне остается только сказать, что специально для вас сегодня выступали Фортуна Брас Бэнд в составе Леонид Николаев и Нана Трамбон, Станислав Горлинский, Алексей Седовок, Виктор Коновалов, Натан Гидельсон, да нет, Илья Савастьянов, друзья мои. Олег Романов-Манчини. И, конечно же, один из самых скромных, самых лучших, прекрасных музыкантов на планете Земля, Александр Шаталов. Спасибо огромное! Ладно, хорошо, друзья мои, мы решили как-то закончить, тогда наш просто любимый песня, джаз никакого отношения не имеет, но мы ее сыграем, кто знает, ребят, просто вот подпевайте припев, вот специально под ваш бурный аплодисмент, ребят, это для вас. Thank you.
Спасибо огромное, друзья мои. Вы самая лучшая публика. Спасибо огромное. А самая лучшая публика может быть только у самого лучшего ансамбля. Спасибо огромное, друзья мои. Сейчас мы буквально придем в себя и можем выпить с вами по рюмке супа. В огромном удовольствии. Все, спасибо, друзья мои. Еще раз поздравляю всех вас, да и всех вас, пацаны. С открытием. Спасибо, друзья мои.